Подождите! Подождите! Постойте! Стой на месте, Беатрис, мой царь! Не двигайся! Уходи, лесной царь. Мы друзья. Мы друзья. Уходи от нас. Быстрее. Вернусь.
Помни, с тобой дух рода нашего, твой помощник и хранитель. Знай, если случится какая беда, ты можешь призвать его. Я скажу только одно. Ты вернешься, сын. Ты почувствуешь сам, Мелилеев, когда нужно вернуться. Я бы тоже пошел с тобой, но мое место здесь. Слушай, после моей смерти возьмешь эту грамоту. Передашь ее магистру ордена и скажешь так. Прошу ленные земли отца. Отец их берег. И я буду не хуже беречь. Я о большем мечтаю. Я обещаю увеличить их. Нет для человека ничего опаснее, чем жадность. Она сеет раздор и грозит бедой. Раньше, чем получишь грамоту, сын, поклянись, что позаботишься о своей сестре Алисе. Клянусь тебе, я выдам Лизу за моего друга Ганса Мэттена. У Мэттена владение больше, и он богаче, чем мы. Мы объединим свои земли. И здесь неподалеку есть деревни, не пожалованные в лен никому. А еще поклянись, что ты не станешь заставлять Лизу идти замуж против ее воли. Клянусь. Хоть она и девушка, но ума у твоей сестры Лизы куда больше, чем...
Нет у кита во рту зубов. Так говорили старые рыбаки. И все же тот, кто попал в желудок этого чудовища, не сможет уцелеть ни за что. Вы зря смеетесь. У кита в брюхе все переваривается, как будто в котле. И если пророк Иона остался жив, значит, он был крепок духом. Имел помощника, которого мы зовем Бог. Мысли у тебя верные. Только ты говоришь немного необычно. А он не умеет иначе. Если нужно, Мелевив скажет и по-латыни. Не хуже тебя, Ганс Меттен. Для него нет лекарства, а умрет он через неделю. Если святой отец позволит, я поведаю о нем еще кое-что. Да, я слушаю. У него на душе большой грех, пока он еще не осознал его. Но завтра он покается. И умрет спокойно. Провидцам приходилось плохо во все времена. Их гнали. Истину любят немногие. Истина погаснет в душе того, кто не откроет ее людям. Будь осторожнее. Осторожней, сын мой. Западню. Яму для дикого зверя. А на чьей земле вы копаете западню? На своей. Здесь жили мои предки. Они давно уже в могиле. Вот мы.
Но мы поглядим еще. Гони! О чем он говорил? Он сказал, поглядим. Но земля ведь наша. Земля ведь наша. А кроме отцовских владений, отдай мне в Лен вольные деревни, поблизости от моих земель. Эспер, Кюзикуль, Мэра, Страйвер. Остальные подальше. Да и Вэхулу, во главе этих деревень. Я обещаю за это выставлять тебе для похода 100 пеших и 6 всадников сверх того, что прежде тебе давал мой отец. Отец недавно умер. Я надеюсь, он похоронен с честью. Жди своего часа! А то ты очень спешишь. Больше оставаться здесь. Меня зовет отец. Я чувствую это. Словно сговорились. Только что ушел твой земляк Мелилеев. Он пусть идет куда хочет. Для меня это не повод покидать вас. Просто мне здесь больше нечего делать. Иди. Верно. У нас тебе нечего делать. Один слишком умен, чтобы преуспеть.
другой слишком спесив. Чего вы от меня хотите? Какой жирный козлик, а? Сейчас узнаешь. Хочется промочить горло, у нас, как назло, кончились монеты. Ну-ка, вот они, мои золотые. Отдайте, отдайте деньги! Ах, да ты, кажется, богач. Я беру только золото, а ты предлагаешь еще и свою жизнь. Эй, отпустите его! Держи! Убьет! Держи! Держи! А у тебя, странник, я возьму жизнь. Нет, ты меня не тронешь. Я умру не сейчас. Я прошу. Отец. Время сейчас такое. Приходится защищать свою деревню от врага. Мир великий, от него не отгородишься. Разве может ограда кого-то защитить? Сделали, что сумели и как могли. А ты, сын, что нам посоветуешь? В испытаниях победит тот, у кого дух сильнее. А в обыкновенной жизни тот, кто понимает, что ему выгодно сейчас, а что невыгодно. Ты выучился там болтать языком, сынок. Двадцать деревень без хозяина! И они должны быть моими, Ганс! Труднее всего сладить с вепалой. Но я решил, я своего добьюсь и получу эти деревни.
А в Эхолу, если надо, с землей сравняю. Смельчак. Ведь Вехола принадлежит самому магистру. Но ему нужен вассал. Этим вассалом буду я. Я получу деревню и землю, и мои владения будут как маленькое государство. Потомки будут помнить его основателя, Германа. И забудут, что их предок разорял чужие деревни и лил кровь. Хм. Так и создается государство. Несправедливость забудется, а земли останутся навек. Но ведь твои предки тоже вышли из крестьян, дружок. А как же быть с любовью к ближнему? Крестьян всегда кто-то притеснял. Так лучше, если это будет свой, чем чужой. Для раба хозяин всегда чужой. А ты не думаешь, что кто-нибудь из них может отправиться к магистру и просить себе в лен у ордена эти земли? Тогда его убьют. Владения Пезентаков должны быть больше, чем у Мэттенов. Лиза пойдет за тебя как равная? Или вовсе не пойдет? Твой брат не выдаст тебя замуж, пока не завоюет новые земли. Он настоящий рыцарь. Тебе стоит только приказать, и я с радостью помогу ему. Наша земля пропитана потом предков. Это они вдохнули в нее жизнь. Крепости нашего духа никому не сломить. Ибо мы хозяева, исконные жители этих мест. Отец, да разве я спорю с тобой? Нельзя покориться врагам, но их гораздо больше, и они сильнее нас. У них деньги и отряды воинов, одетых в латы. Одной храбростью тут не возьмешь. Нужно искать помощи. Нам придется просить защиты у магистра ордена. Право на эту землю только у нас. Исконное право. А как орден покорил нас, тоже несправедливостью. Разве это слыханно, искать помощи у врага? Да, отец, я это знаю. Но сейчас нас не защитит никто, кроме него. Да, что делать? Мелилеев прав. Надо просить помощи у магистра. Просить себе в лен ордена эти земли. Я один из тех, кто не ищет величия. Если отдашь земли другому, кто и без того богат, орден обретет сильного врага. Напротив, надежного друга. Ты не забыл, наверное, сколько раз орден должен был усмирять своих сильных вассалов? Чем ты можешь доказать свою преданность нам? Службой. Ты что-то не слишком похож на воина. Сила духа важнее, чем сила рук. Мудрый совет важнее, чем сотни воинов.
Но если надо, я готов выйти в бой. Этот человек хочет с тобой биться. У тебя есть власть над людьми. Но Лена тебе я не дам. Время для этого еще не пришло. Но, может быть, ты будешь нужен мне. Ты прояви себя. А сейчас иди. И жди. Тебя хотят убить. Так что будь осторожен. Беги, Мелилеев. Пора.
пока у него в руках эта волшебная палка, мы его не убьем. Откройте, умоляю. Я сейчас же уеду. Я только скажу несколько слов. Я должна сказать, это очень важно. Откройте же, откройте! Жажду даже зверь не нападает. Кому нужна его смерть, тебе или мне? Сын Мелелейф! Он нам скажет свое слово, когда вернется! Он не придет к вам. Мои люди на дороге к замку видели его тело. Тогда война, негодяи! Придется растоптать ваше змеиное гнездо! Они Yeah.
вернусь. Убирайтесь, трусы! Где свои кости сложите? Отход! Живет долго. Как долго? Я буду уже давно в могиле лежать. Будет возле него. О своих землях, но ведь это и земля Лизы тоже. А вот она и сама к нам идет, наша смирная овечка. Лиза! Ахой! Ахой! Ты мне не брат, ты подлый трус. Слышишь, подлый трус, негодяй и убийца. Которую дал отцу. Теперь ты убийца, негодяй. Захотел продать меня своему Мэттену. Что за женщина? Просто ураган и буря. Я тебя такой люблю. Не тронь меня. Я никогда не буду твоей. Будешь. Очень скоро. Я долго ждать не собираюсь. Давай, быстрее. Вот увидишь, я из него делаю доброго коня. Герман. Я хочу с тобой говорить. Кто ты? Прежде меня звали Мелелеев. Наверное, так зовут и сейчас. Ну и что ты мне хочешь сказать? Я не стану говорить здесь.
прольешь много крови и сам найдешь свою смерть, если захочешь силой взять деревню в Лен. Я еще хочу сказать, оглядись вокруг и будь осторожен. И не думай, что я твой враг. Врага стоит поискать среди тех, кто рядом с тобой. Герману Безентаку! Вместе с его людьми нужно прибыть к магистру! Крестьяне Ярвы бунтуют! Герман, не верь! Он не от магистра! Ты погибнешь, если пойдешь туда! Это не человек, а только призрак! Ты же знаешь, что его убили! Для чего толковать с ним, когда есть возможность доказать свою преданность ордену? Скажи магистру, что я сегодня же буду у него. Совет. Скажи, хорошие они будут парой? Невесту зовут Улла. Невеста у вас хороша. Замуж ей идти уже пора. А вот и жених, Мелелейф. Нет, она не его невеста. Назови нам жениха, который ей подойдет больше. Распрячь лошадей. Пускай твои воины перетаскивают телеги. Распрягайте лошадей! Сначала телеги перетащим. Живей! Скорее, скорее! Магистр ждать не любит. Скорее! Что вы застряли? Помогите им!
будет мужем этой девушки.
Господин магистр, это Лиза Пезентак. Я прошу вас ее защитить. Орден берет тебя под свое покровительство. Бедный Герман. Храбрый был вассал. У тебя ведь никого нет больше. Какой ты у меня просишь защиты и от кого? Герман, мой покойный брат, хотел, чтобы я вышла замуж за Ганса Меттена. Но я за него замуж не хочу. Ведь я думаю не о нем, а о другом. Кто же он, твой избранник? Этот человек здесь. Благословляю этот союз. Я знаю, Мелилеев просил ордена в Эхлу и прилежащие деревни в Лен, но ты не дал. Ныне я хочу, чтобы они достались мне. Чем свою преданность докажешь? Разве господин обыл меня? А Мелилеев просит теперь владение Пезентаков? Нет, не прошу. Женщина не имеет права на Лен. Какой бы храброй она ни была, нам нужны воины. Я отдам ее земли только мужчине. Подумай, раз уж ты хочешь взять ее замуж, ты можешь взять на себя и заботу о ее землях, чтобы сохранить ей владение. Я все для нее готов сделать. Помнишь твой совет? Не давать вассалам усиливаться. Вот Меттен вышел из послушания. Ордену нужны преданные вассалы. А вы, простые крестьяне, будете помнить, кому вы обязаны всем. Ваши потомки снова выйдут из повиновения. Но для того, чтобы держать вассалов в узде, неплохо их поссорить между собой. Я даю Мелилееву землю Пезентаков и Лен на нее. Ну а тебе, Тунет, придется еще доказать свою преданность ордену и храбрость. Заслужи свое право на Лен.
Доннет. Даю тебе земли, Влен. Эти твои слова ничего не меняют. Сейчас мы идем в церковь, а там уже ждет священник. Не пойду, я, слышишь, не хочу. А я тебя заставлю силой. Есть простое правило. Хочешь ладить с женой, так хорошенько всыпи еще перед свадьбой. Так выбирай же, пойдешь добровольно, Лиза, или сначала попробуешь моего хлыста. Но против моей воли нас не обвенчают, а я скажу нет. Если хорошенько заплатить пастору, вместо самого ясного нет, услышит да. Самого могущественного вассала в Эстонии. А ты не понимаешь своего счастья и упрямишься. Если это случится, клянусь, что я тебя отравлю всю жизнь. Все будет так, как хочу я. А тех, кто станет перечить мне, ожидает только одно — смерть. Всемилостивый наш Господь, перед Твоим престолом, всемилостивый наш Господь,
муж клятву принесет, жену любить. Муж клятву принесет, жену любить. Она ему клянется верной быть. Она ему клянется верной быть. Во веки веков. Амин. Во веки веков. Амин. Стоит ли отменять обряд венчания? Раз уж все мы оказались здесь, в церкви. Thank you.
Я пришел за тобой, Мелилеев. Прибыл гонец из ордена. Крестьяне Ярвы сбунтовались, говорят. Нас срочно зовут к магистру. Мы должны идти против нашего народа? Что поделаешь? Мы же давали вассальную клятву. Возьми, это латы Германа. Не надевай это. Que son su Isa, que son su Emma, que son su Ude, que son su Ben. Que solet sina, que solen mina,